Меня зовут Алексей Черков, и я расскажу о проекте под названием RS Services. Мы строим крупную федеральную компанию, проект очень длинный, мы проведем несколько раундов. Сегодня я говорю о раунде SEED, и мы привлекаем 20 миллионов рублей. Рынок, о котором я говорю, очень большой. Рынок, о котором я говорю, растущий, потому что вы все понимаете, что безопасность – это реальная повестка дня. Флот, парк технических средств охраны и безопасности постоянно усложняется, постоянно растет его количество. И на самом деле при той цифре провайдеров, которые находятся на этом рынке, рынок действительно абсолютно не консолидированный. И еще одно приятное открытие на этом рынке – очень серьезно растет федеральный запрос. Очень растет федеральная доля. То есть крупные сетевые компании, сетевые банки, серийные производства, инфраструктурные истории. Как выглядит сервис на сегодняшний момент? Вот эти вот 100 миллиардов – это практически одинаковая, аналоговая, бесконечная история. Мы занимаемся цифровизацией этой истории. Мы превращаем услугу, которая никому не видна, никак не отформатирована, в услугу, которую можно будет понять, которую можно будет управлять, видеть статус онлайн, понимать, кто тебе едет, как это будет произведено, что ты в итоге получишь. Мы уберем все бумаги из документа оборота. Человек, приезжая на объект, сделает фотофиксацию всего, что он оставит для клиента, выложит, отправит, и все это превратится в один хороший, мобильный, доступный инструмент. Из текущего раунда 3% мы уже продали, мы сейчас говорим о 17 миллионах. Деньги прежде всего пойдут на доработку и внедрение IT-платформы, которая будет операционным ядром всей истории, куда будет интегрирован сервис-деск, коммуникационные каналы с клиентом, средства управления мобильными инженерами, полностью прозрачная, удаленная, в том числе для обслуживания регионов история. Также мы должны нарастить свой парк технических средств, то есть мы модернизируем производственную часть, возьмем в команду несколько новых экспертов по дополнительным отраслям. Необходимы будут дополнительные лицензии и сертификаты, потому что это достаточно сенситивный рынок, это не всем понятный, не всем доступный рынок. Безусловно, будем заниматься также развитием коммерции и маркетинга. Для чего и почему? То есть вот цифры, которые я сейчас показываю, мы рисовали полтора месяца назад, когда этот раунд открывали. То есть основной KPI, на который мы нацелены, как в нормальном абонентском бизнесе, это, конечно, месячный чек. То есть когда он растет, мы видим, что мы на плаву. Мы видим отклик от клиентов, мы видим отклик от инвесторов. Вот цифры, которые я рисовал по сентябрю, полтора месяца назад, были 600 тысяч. План, с чем мы должны закончить год по месячной выручке, 1 200 000. Мы на сегодняшний момент уже достигли миллиона. Буквально на прошлой неделе мы подписали сделку с MVideo на 44 магазина от Санкт-Петербурга до Владивостока. План, который мы сегодня показываем, предполагает, что при инвестировании 20 миллионов через 3 года мы выйдем на оборот порядка 378 миллионов в год. Я говорю про 2020 год. Но, естественно, поскольку мы будем проводить несколько раундов, эти цифры мы, наверное, проверить не сможем. Мы их должны умножить уже в следующем раунде. Ну и самое главное, что у нас есть для того, чтобы инвесторы у нас поверили, это, конечно, помимо рынка и продукта, это команда. Команда, которая сегодня работает вместе со мной, реализует уже второй проект. Вместе мы 4 года, поэтому я в них полностью уверен. Надеюсь, будете уверены также и вы. Спасибо. Спасибо. Не, микрофон у вас пока. А правильно ли я себя понимаю, что вы сервисная команда, по сути дела, которая обслуживает типы сетевых игроков, починить туалет или там, соответственно, ну, в данном случае систему безопасности? Мы занимаемся исключительно системой безопасности. Системой безопасности. То бишь, правильно я понимаю, что сетевые игроки, которые присутствуют минимум 20-25 лет на рынке, до сих пор не имеют такой решенной проблемы? У них нету такой компании? У них есть сегодня провайдеры, провайдеры федерального уровня, но вся история, которую они получают, носит абсолютно аналоговый характер. Вплоть до рукописных отчетов, до телефонных приемов заявок и все остальное. Цифровой истории на сегодняшний момент ни у кого. Сетевой в чем нет. Ваше уникальное торговое предложение? Это я спрашиваю как сетевик, который может опровергнуть это, потому что все отчеты не только цифровые, а уж с фотографиями так точно. Но все-таки, давайте в чем ваше уникальное. Эти фотографии на сегодняшний момент делаются по запросу. Я обслуживаю сетевой ритейл уже более 4 лет. Да. До этого я занимался физической охраной, я его тоже неплохо знаю. Но вопрос в том, что системы как таковой, которая будет отвечать всем требованиям, рассчитывать административную нагрузку, рассчитывать ZIP, рассчитывать нормочасы. Такой системы нет. Они есть поэлементно, из чего-то состоят. У вас это каким образом реализовано?
За счет чего? Это будет реализовано в нашей IT-платформе. На сегодняшний момент у нас только базовая версия. Я понял. Базовая версия, которая может примерно 15-20%. Сколько человек подключено к этой базовой версии? А кого вы имеете в виду? Клиентов. Клиентов? Ну вот на сегодняшний момент идет тестирование 5 отделений Бинбанка во Волгограде. То есть на сегодняшний день, поскольку здесь сидят эти уважаемые люди, у вас есть только гипотеза, что эта версия будет востребована клиентом. Правильно? Нет, неправильно. У нас уже есть спрос от клиентов, и, например, тендер в МВидео мы выиграли при условии реализации сервисной модели. Они уже вписали в техническое задание, зная, что это тренд. Несколько их текущих провайдеров сегодня это делают, но они делают, я имею в виду разработку, задал простой вопрос. Клиенты простой ответ. Нет. Клиенты пользуются этой услугой? Или это на 15% да. От того функционала, который можем предложить. Хорошее начало, мне кажется. Как гипотеза, да, но гипотеза не проверена. Ну пусть будет так. Тем не менее, 20 миллионов, которые вы готовы превратить в 380, правильно? Это немножко для меня несопоставимая история. Мы говорим про инвестиции, а это выручка. Ну хорошо, через сколько тогда вы вернете эти 20 миллионов, если будете возвращать? Ну мы не собираемся возвращать, мы же строим венчурную компанию. Окей. Нет, но мы же не дивиденды выплачиваем. Мы будем обсуждать входы, выходы, но мы не возвращаем деньги. Окей. Мне нравится этот подход. Значит, будет входить следующий инвестор, который будет выкупать. Совершенно верно. Да, то есть можно будет выйти на следующих раундах или дойти до конца. А если не будет следующего инвестора, то мы берем в заложники предыдущего? Едем на шашлык. Ну это же печенью. Это называется «едем в лес». Я говорю, на шашлык и собственной печени. Окей, хорошо, верните тогда вот эту, да, вот график красивый, чтобы мы его увидели. Да. Сейчас выручка у вас… Сейчас миллион. 1 200 000, и вам нужно 20. Собственно говоря, если глобальных вопросов у инвесторов нет… Нету. Тогда всем спасибо за то, что были с нами. Спасибо.